Увидишь. Пойдем теперь со мной. Куда? Идти так любезно. У вас документы есть? Там нет. Ну покажите. Ну покажите ваши документы. Одну минуту. Что это такое? Это не документ. Удостоверение. Так же, как и у вас. Это не документ. Покажите свой паспорт. Я хочу. Я еще раз вам говорю. Покажите паспорт гражданина Российской Федерации. Вы тогда тоже покажите. Я еще раз вам говорю. Предоставьте свои документы. Я вам предоставляю. Удостоверяющая личность. Это вот. Не является удостоверением. А вы предоставьте свои документы, которые удостоверяют. То есть вы отказываетесь подчиниться моим законным требованиям. Почему отказываетесь? Нет. Пойдемте со мной. Почему пойдемте? Подождите. Почему пойдемте? Стойте. Не-не-не. Стойте. Не идем никуда. Нет. Нет, тихо. На каком основании? Нет. Тихо, подожди. Тихо. Да подожди ты. Да что это такое? Телефон, дай мне. Сейчас, мы быстро. Да что вы, давай бутылку. Ребятки, вы что творите? Вы что творите? Успокойтесь! Вы что творите? Ребята! Нет! Давай, что стоим? Идем сюда! Давай, Саня, давай сюда! Да я иду сюда! Нет, успокойтесь, нет. Какое неповиновение? Основание. Он показывал документы. Мы нарушили чьи-то права. Основание. Мы нанесли кому-то ущерб. Нет. Вызывайте 112. Позвоните, давай. Вызывайте 112. Давай. 112. Калининский парк. На каком основании? Женщина. Капитан, на каком основании? Женщину не трогайте. Женщину не трогайте. На каком основании? Нет. Снимай. На каком основании? Я снимаю. Нет. Да уйди. Пошел. На каком основании? Иди сюда. На каком основании? На каком основании? Видел вы человека. Капитан, на каком основании? Ты скажи. Капитан, на каком основании? Ты мне скажи. Капитан, на каком основании? Ты скажи. Ты мне скажи, на каком основании? Не держи. Нет. Ну мы тоже. Я понимаю. А я раз и просочилась. Я это вырежу. Мы такие люди. Вот тебя вырежу. Серьезно, правда. Мы такие же люди. Я такая же система, как они. Мы такие же люди. Это не документ. Вы нарушаете. Почему вы нарушаете? Никто не нарушает. Не трогайте его. Подожди. Ты что, душишь его? Задушить человека. Стань возле калитки. На каком основании вы скажите? Давайте начнем. Что вы творите? Ребята! Подошли! Подошли сюда, Ваню, закрывай! Ребята! Да отпустите же вы его! Ну что вы делаете? Нет, пусть дети смотрят, что происходит. Вы гоните. Папин телефон сейчас положи. Не возьмем его, хороший. Ничего, стой! Близко не подходи. Ребята! Не лезьте вы к мужчинам. Успокойтесь. Нет, не пойдет. Нет. Не пойдет. Один задушил сидим. Вы задушили. Вы что, бля? Отпусти, блядь. Отпусти его, блядь.
Да не надо ругаться, а тихо, женщина. Вы руками сейчас мужчина ударит вам за пожар. Давай, смотри, что делает! Убивает, убивает, убивает! Смотри, что делает, а? Играй, играй, давай! Что, кто играй? Какие глупости, смотри, что он делает? Смотри, что он делает? Мы гуляем! Закон о полиции. Вы не представили, Саша, вы что, такие грабаны? Не трогайте! Разойдите отсюда! Не трогайте! Ничего! Ничего! Ты что делаешь? Наручники ваши, блядь! Наручники ваши! Уходите, шумели! Это души, это, блядь, просто! Да все спокойны! Да не говоришь ты человека, блин! Да они его душат, что успокойтесь! Все, успокойтесь! На каком основании вы душат? Представители закона, никто же успокоился. Да что ты? Он не представился, не представил документы. Почему все? Ну, почему он должен предъявить документы? Что ты душишь его? Что ты его душишь, блядь? Да пошел ты! Бандиты. Ты же душишь его, блядь. А вы сейчас задушите его. Да ты задушишь его сейчас. Зачем это вы делаете с человеком? Это человек. Тихо, тихо, не пойду. Да отпусти, что вы, человека! Вы чего творите? Вы чего творите? Так, ладно, все, я встаю. Бросай. Сам? Я на тебя напишу заяву. Натура... Маску снимите ему. Сними маску. Тихо, не подходите, пожалуйста. О! Да бросьте меня, блядь, причем! Бля, душа, душа, смотри, снимай, снимай. Снимай, снимай, снимай. Капитан, ты что делаешь? Душит, душит! Руки, блядь! Людей тут убивают, блядь! Да на тебя руку, блядь! Разожми руку! 112, звонишь? Давай я! На, вот так говори! Алло! О, блядь, рука сломалась! На, нету номера дома, сейчас скажу примерно. Сейчас, секунду. Ой, короче, угол Черноморской и Чигиринской. Угол Черноморская, Чигиринская, Калининский парк. Сотрудники полиции не представились, незаконно скручивают человека. Сотрудник полиции душит его. Глоба. 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 Ирина Владимировна. Кошмар, быстрее, его сейчас скрутят. Мы были возле Калининского парка, приехали сотрудники полиции, начали крутить людей. Мы гуляли с детьми. А, сейчас подожди! Что? Ничего они не говорят, они даже не представились. Вы слышите, что творится? Девушка, быстрее, пожалуйста. Много! Полиции, человек 10-12. Быстрее! Девушка, я могу продиктовать номер машины полицейской. А 0678, 23 регион. 78. 23. 23 регион. Девушка, быстрее, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Есть тут камера? Камера, кто, блин? Сними руки. Что, отходим? Дальнебой СССР, группа. Слышь, дальнебой СССР, группу. Хорошо. На. Отыграли, называется, да? Ну, конечно, там же сверху то самое, сидят здесь, жизненько, которые собачки управляют. Позор! Позор вам! Позор, ребята! Позорники несчастные! Слуги народа.
Кому вы служите? Кому вы служите? Народу или правительству? Вздыхает он, сидит, устал. Дети здесь, это все при детях. Вам не стыдно самим? Быки здоровые. Пустите человека. Он вам ничего плохого не сделал. Вы сами тут уже устроили. Дети просят. Они непробиваемые. Этот человек ничего вам не сделал плохого. Мы могли бы просто уехать и все. Звонят со стороны светофора, тоже там менты исполняют. А! Звонят, у меня в телефоне там, вот он. У меня. Адвокат Сергей. Хорошо, я услышала. Адвокат Сергей? Да, позвони ему, скажи, что он в суде. У кого твой телефон? У меня. Все, хорошо, ищи адвокат Сергей. Ищи адвокат Сергей.